каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнины с вами. Всем привет. Сегодня с реакцией на видео от Мирби. Это его собственный мультпроект, который называется «Рожденный быть Кайлом. Волос на ноге». Пилотная серия. Окей. Давайте смотреть. Интересно. На самом деле. О, это Мирби. Твою ж мать. Новый волос вырос прямо у меня на глазах. Вы сказали волос? Ну, да. Что здесь такого? Ладно, разум, в этот раз у тебя не прокатит. У меня, конечно, много что было во сне, но это уже перебор. Я не совсем понимаю, что такое сон и что ты вообще несешь, но... Wow. Тут недавно умер паренек Кайл, может, это тебе как-то поможет. А... Классный мужик был. Странно, что всем тут было насрать на него. Погоди, что? Кайл? Это, наверное, шутка, ведь меня зовут Кайл. О, тогда тебе вдвойне повезло, чувак. Вдвойне повезло, супер. Тебе недолго осталось. Почему? И какого черта вообще с тобой разговариваю? Да и перерождений вообще не существует. У меня, скорее всего, просто передозировка наркотиками, и мои друзья, должно быть, меня отвезли в больницу. Как-то мило. И ты мне просто чудишься. Это, конечно, не совсем похоже на больницу, но ты лежишь вон в той палате. Какого черта? What the fuck? Я всегда останусь ёбаным волосом на ноге, у меня будут эти волосики в этом месте. Выпадем. Воу-воу-воу, чел, тут подобного дерьма нет, скорее всего, ты уже скоро сдохнешь. В смысле? Я только что родился, камон. Мы называем это беспощадная машина смерти. What the fuck? Стоп. Мы что, на... мы на ноге моей девушки? Ну, как бы да. Этот смех, боже мой. И нам долго осталось? Совсем недолго. Нам долго осталось, кстати, совсем недолго. Кстати, после своей смерти у него появился парень Сэм, и там ребятам как-то больше повезло. Эй, неудачники, как вам там? Кажется, вам пора побриться. What the Я fuck? Уже хочу сдохнуть. Сколько это на Сэма, что ли? Уже совсем скоро, чел. Или чё? Чисто ради интереса. Если ты выдришься из ноги, ты сможешь продолжать жить? У нас были такие. Обычно они были синего цвета почему-то. Но нет, ты просто умрёшь. Я просто класс. Не понимаю, какого чёрта я помню всю свою предыдущую жизнь. Меня Супер. Звали Кайл, у меня была девушка, карьера и собака, в конце концов. Ну, соболезную. Наверное. Я просто... В один день меня просто... Эй, глядите, беспощадная машина смерти уже надвигается! What the fuck? Я не готов умирать, господи, нет! Уважай, Маргарет, мы должны достойно жить! Боже мой! Продолжение следует! Что за дичь, блядь? Who can save? Тара-тара-та! Мам, привет! Да, мам, привет! Де-де-де-де-де. Да, смерть. Охуенно, теперь я в школе, который носит паль. Рожденный быть Кайлом. Ухуж Мирби. Сюжет еще какой наворачивается. Если это будет реально мультсериал с множеством серий, я буду с удовольствием ждать новую серию. Это будет очень круто. Но видно, что пилотная серия. Я жду второй серии. Это, блин, черт подери, интересно и смешно. Блин, Мирби удивляет. Мирби удивляет с каждым днем все больше и больше. Ребята, ссылочка на оригинал в описании. Придите и подпишитесь на Мирби, потому что сделать свой мультик с какой-то такой простейшей анимацией, там, ну, блин, он смешной, он крутой. Это собственный проект, это супер. И он оригинальный, я такого раньше на самом деле не видел. Очень интересно. И также, если вам понравилась там моя реакция, можете на меня подписаться. Там лайк поставить. Подписаться на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте. Можете подписаться. Будьте молодцами и всем удачки. Всем пока-пока.